подошли люди, я шел со своего дома, я вот здесь прописан рядом, вот, и взял. Да вот это так, Аминь. Я не возьму вас в свою прекрасную Россию будущего. Извините, я понимаю, что вы выполняете свою работу. Подержите, пожалуйста. Я хочу жить в свободной стране, я вышла на митинг, потому что это не запрещено законом. И хочу отстаивать свои права и права наших граждан, граждан России. То, что происходит в стране последние 5-10 лет, это ненормально. И я считаю, что нужно выразить поддержку всем людям, которые не согласны. И, ну, в принципе, всему Навальному, который начал это все делать. Говорите, женщину, господин! Простите, пожалуйста!